Всем привет, ребята! Сегодня мы хотели поехать в Garden Glow Park, но он открывается только в 4 часа. Global Village тоже в 4 часа открывается, поэтому мы решили пока пойти пошопиться. Да? Ну да, прикольно. Какой Алис сегодня? Прикольно? Да. Очень классно. Прикольные штанишки. Вообще крутые. К ним бы еще кофточку, но кофточек нет. Еще круто. Вообще классно. Мне нравится. Да. И Алиса такие любит. Мягонькие. Давай найду. Под Гуччи. Под Гуччи, да? Под Гуччи, класс. Цвет был бы еще другой, Леша. Я трогаю рукой, там что-то есть, и такая переворачиваюсь. Классно. А может под Дольче Габбана? У них розы же. Какая-то смесь, да? Вот это Гуччи, а вот это Дольче Габбана. Для маленьких принцесс. Сделано как настоящее. Даже качество такое прям классное. Леша, это зайка. Это зайка. Ободок зайка. Ой! Пандочка. Пандочка. А это пандочка. Классный, да? Вообще. Типа Микки Маус. Крутой, да? Смотрите, какие пижамки. Чили решила купить ей резиночки. Крутые резинки, супер пушистые, как раз вот, чтобы делать ей ушки из волос. И сверху можно этими резинками закреплять, и получится прям супер, супер. Ты что, хочешь ей эту пижамку купить? Да, вообще классная, классная. Берем, только я хочу побольше размер взять. Это на 7-8 лет, но ей будет хорошо. Еще нам понравилась вот такая курточка. Не, ну она классная, конечно. И вот такие штанишки идут к этой курточке. И у нас кроссовки уже есть, так что у нас прям вот будет наборчик. Отлично. Нам еще понравилось вот это платье. Короче, мы сейчас наберем всего, а потом уже это, на кассе определимся, да, что мы будем брать, да, а что мы не будем. Крутые? Да. Да это что такое, Юля? Какая-то накидка. Это какая-то накидка на пуговке. Где она будет до коленки? Нет. Мне кажется, или она тебе большая? Но она должна быть большая. Кому не понравилось, ставим дизлайк. Юля Сорока. Юля Сорока. Классная? Ага, супер. Мне кажется, очень крутые. Нет? Ну, так надо ее мерить, наверное. Это реплику, да? Я такой. Что, Юля? Я такие куплю. Что, Юля? Я хочу такие джинсы. Они не рваны. Леша не любит рваные джинсы, они такие классные. Ну возьми, померь, что ты спрашиваешь. Обалденные. Давай. Померь, Сорока. Такую хочу, она мягонькая и прикольная, и опять пистюшка. Возьми, померь. Коллекция Star Wars. Как ты отнесешься к тому, что я себе куплю что-нибудь из этой коллекции? Купи, если только носить будешь.
Че, помиришь? Давай. Юля, еще с Бэтменом есть, не хочешь? О, ну ничего. Тебе нравится? Стриптиз не надо устраивать. Не очень нравится. Не, ну на самом деле куфта очень длинная для меня. И на ногах смотри какие. А меньше нету размера, да? Нет, это дырки, это специально. Не, ну штаны прикольные, да, так-то? Ну да. А кофточка, тебе вообще нравится расцвет? Да. А то, что рукава здесь с воланами. Ничего, вообще это так и должно быть. Что это, джинсы такая модель или они тебе большие? Они самый маленький размер, но они небольшие. Кофта нормально, да? Кофта ничего, да, она на резиночке. Ну а джинсы? Я ее подогнула, так как ты подгибаешь. Да, да, а джинсы большие, да? Джинсы большие. Кофта прикольная? Да. Взять такую? Да. Прям супер. Бомбер. Мне это другая, да, кофточка? Да. Мне она нравится. Все, размер твой. Да. Крутая? Мне кажется, что большая, нет? Нет, по бедрам посмотри. Отлично. Нет, с кроссовками хорошо. Сумка ананасик. Зачем? На пляж ходить. В той сумке я подобрала комплект, вот такую классную кофту. Я одену все это и пойду по Краснодару. А еще лучше в Челябинск приеду, такая модная. Да, Леша? Да. Золотая рыбка. Короче, время уже 3. Надо бегом за Алисой бежать. Напримеряла тут Юля платьев. Пришли за Алисой, а она Юля затащила в эту комнату игровую. Не хочет уходить. Вообще жесть. Ну, иди себе походи, что-нибудь посмотри. Да не, я посижу, подожду вас. Да? Ну ладно. Это игровая комната. Сеточный городок большой. И здесь несколько отделений. Вот это Flower Shop. Магазин цветов. Потом здесь еще есть салон. Бьюти-салон. Госпиталь. А вот Алиса. А что такое Grossity Store? Я не знаю. Grossity Store. Может, магазин какой-то. Коттедж. Это коттедж. Здесь можно жить. Так, вот, смотрите, сеточный городок, горки здесь, прикольно. Как бы небольшое помещение, но здесь есть все для того, чтобы детки играли. Алиса, можно мы с папой дальше пойдем по магазинам? Ну все, неужели мы забрали Алису? Кушать хочет ребенок. Мы зашли в кафе Тони Ромас. Это единственное кафе, в котором Алиса хоть что-то ест. Здесь Алиса очень любит мяско покушать. Это ягненок. Вот такую красоту нам принесли. Лисюня уже лопает. Нельзя снимать, как кусает на видео. Ладно, я нажал на паузу. Лисюня поела куриного шашлычка и попросила еще бургер. Ждет заказ. В общем, мы полопали. Сейчас пойдем в номер, переоденемся, оденем что-нибудь потеплее, потому что вечер. И мы
поедем в парк.